Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по игре Rich Town Biz. Не так давно я сюда зашла. И у меня не очень хорошие новости. Ну, по поводу вывода все замечательно. Проект платит инстантом. В этом плане все хорошо. Но, как всегда, есть но. В игре есть баллы. Я не могла не записать видео. Вот по этой игре. Когда я заходила в игру, я у своего пригласителя спросила, есть ли заглушки на вывод. На что мне ответили, что вроде нет. Все нормально работает. Ну, я зашла. Я записала видео. Мне мой партнер по бизнесу написал. Ну, как говорится, мир не без добрых людей. В игре есть баллы. Я пошла, думаю, я все как бы прочитала, прежде чем зайти. Нигде ничего, я не нашла информации о баллах. Все, без вложений, работаем, зарабатываем, все супер. Пошла еще раз искать информацию, не нашла. Другая мне партнер пишет. Она не то, что она мне скрин скинула, как бы есть адекватные, нормальные партнеры, да, с которыми мы общаемся в соцсетях. Как бы. И вот она мне показала, где это находится, значит. На главной страничке ничего нет. Здесь это все можно прочесть. И начала, вот, в общем, так, значит. Подождите, сейчас будем искать правила игры. Вот это. В новостях, опять же, тоже информации нет. Я пошла в правила, я все это читала. И где это все спрятано? Здесь нет ничего про баллах. И подробные правила читайте тут. Вот куда они спрятали. Кликаем на слово «тут». Это я тоже смотрела, но я, видно, плохо просмотрела. Мне вот моя партнер сделала скрин. Сейчас будем искать. Друзья, подождите. Так, вот видите, сколько тут всего написано. Так. Где оно? Вот. Дополнительные положения. Так. На портале установлены ограничения на вывод. Платежные баллы. Платежные баллы начисляются следующим образом. Пополнение баланса 35% от суммы идет в баллы. Пополнение баланса вашим рефералом первого уровня 30% от суммы идет в баллы. Пополнение баланса второй уровень 10% идут в баллы. Пополнение баланса третий уровень 5%. Также при любом пополнении 10% от суммы делится между всеми активными в течение суток пользователями и идет в баллы. В общем, вот такая фигня. Ну, меня не сочли нужным предупредить. Я вот не люблю, знаете, я человек доверчивый и в очередной раз попалась. Вот. Не люблю я такие игры. Вот. Нужно предупреждать о всех подводных камнях, которые есть. Сейчас зайдем в город. Соберу прибыль. Я написала своему, опять же, пригласителю, что в игре есть баллы. На что мне ответил, во всех играх есть баллы. Да нет, не во всех играх. Вот. Так, баллы я собрала. Сейчас попробую вывести. Даст мне вывести? Нет. Тогда буду менять.
Так, вывод. Ну, вывела, на удивление. И что хочу сказать, не во всех играх есть баллы. У меня есть несколько игр, в которых нет ни баллов, ни кэшпоинт, вообще без вложений зарабатывается. Вот первая игра у меня здесь, я уже давно работаю, Nike Piratas. Был перезапуск этой игры, но тем не менее администратор дает зарабатывать здесь абсолютно без вложений. И вот перезапуск был, я еще не пополнялась. Так, сейчас я соберу прибыль. Так, собрать прибыль. Собираю. Я сейчас продам. Вот у меня на балансе 1683 монеты для вывода. Так, продать сокровища. Сейчас я их продам сразу. Так, и что еще? Так, пополнить баланс. Вкладочка. У меня нет пополнений никаких. Я не пополняла, потому что был перезапуск. Далее что? Заказать выплату. Как видим, ваши последние 10 выплат я еще ничего не выводила. Депозита у меня нет. И он платит без вложений. Это у меня 1797 монет. Это 17 рублей 97 копеек. Абсолютно без вложений. Выплатить. Выплачено, друзья. Видим, да? Я сюда ни копейки еще не вкладывала. Я в этой игре уже не то, что в плюсе, в плюсище. Так, идем на Pair. Сейчас перезагружу. Вот 17.80. Так, вот, Nike Piratas, пожалуйста. Выплата пользователю. Также у меня еще есть игра, тоже абсолютно без вложений. Это дрифт. Тут работаю, я его развиваю. Пожалуйста, на серфинге работайте. Заглушек на вывод нет. Заработали от серфинг-сайтов на серфинге. Вот. Так. Заработать. Заработок. От серфинг-сайтов. На серфинге заработали. Минималку поставили на вывод. Нет ни баллов, ни кэшпоинтов, ни хрен. Ой, ничего. И ферма. Точно так же, пожалуйста, без вложений. На серфинге заработали минималку, рубль. Поставили на вывод. И все замечательно. Ну, такая вот у меня неприятность с этой игрой. Буду выводить, пока будет давать выводить. Вот. В принципе, на этом все. Кто не умеет приглашать, у кого нет рефералов, не инвестируйте в игру. Нечего вам делать в этой игре. Вы ничего не получите, раз такая вот ситуация, вот такие вот баллы. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.